Here we go. Девушка, ответьте, пожалуйста, с дороги. Я сейчас подожду и потом отъеду. А, вот парковка, паркуйтесь. Мне так вы стоите посреди. Удобней. Что значит, вам так удобней? Выйдет, вы участник отъеду. Дорожного. Ну а сдайте назад. Знак. Видите? Какой знак? Вон у меня сзади. Назад я сдавать не умею. Все. А у вас есть права? Есть. Ну, значит, вы научились. Девушка, отъедьте, пожалуйста. Занимаетесь, хорошо, а не хуйнёй страдаете хорошо, в это время, хорошо. Блядь. А вы как заработали на эту машину? Насосало, блядь! Вот это поворот! Бля, у тебя же не тонированная машина. Я так люблю, когда большой, толстый хуй во мне. Я так хочу, чтобы он был... Охуительно! Чё там? Да, подожди! Тёма, ты удачно проснулся! Смотри, башка отлетела! Чувак! А руки не затекли! Устал! Тебе, можешь, водички? Пацаны, подстрахуйте капотом поближе, а? Тут заткнусь. Это пиздец, но... Серьезно, не... ну как бы, а чем еще в пробке заняться? На назад передал. Здравствуйте, Никита, отдельный батальон, старший лейтенант Александр. В порядке, трезвый сегодня? Нет, как всегда в говно. Как всегда в говно, поезжайте, до свидания. Что у нас так все получится, я даже загранпаспорт. Ну вот один. Да, в августе можно рвануть, в принципе, да, как да, раз да, отпуск да. Возьмем. Смотри. Что смотри? Чувак, смотри впереди. Что делать? Нифига себе. Что, серьезно? По сигналям, фары. Включи фары. Я поставила фильм, скачиваться, и не успела его скачать. У меня было 91% скачиваться. Не успела докачать фильм, это было мало. А я на эту придумку включил, он же будет продолжать качать, да, Рик? Ты что, не видела? Ты не видела? Да. Кто на самом деле больше всех кричит? Польша. Три прибалтийские республики. Вот они ввели обратно воинскую повинность и, разумеется, действующее правительство. Вообще-то говоря, это похоже на Вторую мировую войну, это похоже на Первую мировую войну. Австро-Венгрия тогда и Первый рейх, вот ровно этим все мы работали, и делали такие же карты, были начерпаны замечательные гиганты. Да ё, Алёша, чё встал-то, ёпти? Ну я тебе сейчас кину, давай.
Стоянке стоит машина, пистолет в бензобаке, водитель рядом, но, видимо, что-то пошло не так, и мужчина, как выяснилось позже, достает из кармана зажигалку. И как-то неудивительно, подносит ее к горловине бензобака. В следующее мгновение топливо загорается. Сотрудник бензоколонки тут же бросается к огнетушителю, долго, секунд 15, мешкается, и тушение начинается так же неожиданно и, видимо, более глобально, чем предполагали герои видеоролика. Извините, пожалуйста, а Сбербанк здесь находится? Нет. Нет? В какой стороне? Сбербанка здесь нет вообще. Здесь только магазины. Хорошо, я найду его. Ёб твою мать, я это не видел, я же вообще напугался, а чё было? Не знаю, его что-то занесло или что-то. Нихера. Нихера, ещё чуть-чуть, и нам бы пизда пришла. Да. Слушай, надо это... снять бы, да? А, ты тебе же на регистрацию не включил. Еду в Магадан. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this. Да отстать от меня, засватана, уже засватана. Да ты 100 лет не нужна была, велосипед где купила? Пиздец, нахуй! В общем, должны работать трезвые водители. Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. You wanna try it? Sure. Добрый вечер, сержант полиции Нечипаренко. Ваши документы. Права, техпаспорт на машину, пожалуйста. Я не пил. Вы употребляли сегодня? Вызывай наряд. Водитель не в адеквате.